Що ж, друзі, ми продовжуємо. І Миколаєвом та світом шириться флешмоб, в якому в Фейсбуці, ВКонтакті, в різних соціальних мережах люди діляться своїми дитячими спогадами, дитячими фотографіями. Зараз ми бачимо деякі із них. Це відомі миколаївські люди. І приємно бачити їх такими ще зовсім маленькими, можна навіть сказати, зовсім зеленими. Тому що багатьох навіть не впізнати в цих дитячих рисах. Ну і в мене також є в руках зараз компромат, я вам можу його показати, дорогі друзі. Ось, наприклад, у нас ось така совіцька, розумієте, була. І от де від цієї дитини щось залишилося, розумієте? Де вона така була гарнюня, манюня, а тепер от скільки нервів мені робить щодня, ви розумієте? А дивіться, яка ще є. Тут взагалі карапуз на себе не схожий. Ну і, знаєте, зараз дивлюся, зайшов у Фейсбук якраз дивитися всі ці фотографії, і дивлюся, мені нагадування, що сьогодні в одній із відомих миколаївських і успішних миколаївських мам, жінок, Надії Іванової, день народження. І вона в нашій студії, ми і так пам'ятаємо, без Фейсбуку, розумієте? Вітаємо вас зі святом, бажаємо усього найкращого. Ну і, звичайно ж, продовжуємо цей флешмоб, який ми розпочали з усіма миколаївцями. Ми просто попросили вас взяти з собою ваш фотоальбом з вашими дитячими фото, тому що за ваш дуже гарний життєвий шлях є багато чого розповісти. І є дуже багато здобутків, і ми хочемо сьогодні трошки порахувати ваші кращі спогади. Ось такий у нас є невеличкий для вас фотоальбомчик, який ми разом з вами зараз впорядкуємо. Тож у нас є, будемо обирати фотографії, і ми хотілося б спогади деякі почути, тому що в Фейсбуці, коли викладає ці фотографії, згадують багато що цікавого. Бачимо найпершу фотографію. Є, ну как бы, ну что тут стесняться? Ну у всех, наверное, есть такие фотографии. Давайте мы ей покажем людям. Не, ну у всех есть такие фотографии, да? Самые первые. Мы знаем только вас. Только я, да. Так, ну что так? Мы дивимося. Это дитячий садочек на теплоте. Я думаю, показывать его, а тут можно. Нет, она нет, она тут приклеена. Одна из тих, кто приклеєні. Ось. Красночки. Ось такі, бачите? А це, я так розумію, були подруги, друзі, дитинства. Дівчачі посиденьки. Подруга і хлопчика. І я так розумію, що як усі малювали. По максимуму, так? По максимуму треба було працювати. Ні, ну це вона вже так потерта, да. Так вона була веселіше помальована. Це вже... А зараз бачимо одну з найголовніших сімейних фото. Да. Це мама, папа і от я, мені був годик якраз. Дядя фотограф, у мене якісь бурні емоції визивали. Хотілося б розпочати наші кращі спогади, мабуть, з цієї сімейної фотографії. Так, що ж, беремо тоді фотографію. Беремо фотографію. Так, розпочнемо саме із цих спогадів. Прошу, так. Будемо... З чим пов'язана ця фотографія? Які спогади? Ми знаємо, що досить комічна ситуація. Досить комічна, так. Да. Мій папа дуже сильно хотів сина старшого, і от він год не брився в честь того, що родилась я, ему здесь 23 года, на самом деле, он же молодой, когда побрить, я говорю, моложе. Это был легкий шок, да? Ну вот, как бы, сейчас он, я его постоянно за это теперь шпиняю, подкалываю, но очень, сейчас, конечно, все поменялось в этой жизни, он очень рад и горд, сын, конечно, тоже брат младший есть. Ну, я дуже люблю своїх родителей, дуже папу люблю, і він розуміє, що він мене, мабуть, любить більше, тому що дівчатки все одно вже ніж ближче. А ви були дитинською донечкою? Ну, я б не знаю, я не знаю. Я б не определила себе в этом. Я завжди говорила, що я мамина і папина. Правильна методика. І мамі приємно, і папі. Найперші, найгарніші спогади. Я бачу ще одну класнючу фотографію і побачу її зараз і наші глядачі. А що тут за фотографію ми також бачимо? Це моя мама, це сестра родна, тетя Галя. І от це майські праздники, майовка на 1 мая виходили на демонстрацію. І от це моя перша демонстрація, мабуть, майська. Первое, хоть еще не помню, но вот фотографии, для чего они вот есть, да, можно. Боже, здравствуй, детский сад. Фото с ялинкой и Дедом Морозом, мабуть, є у всех. Да, но я его боялась, вот я его боялась. Я вас разумею. Меня очень сильно уговаривали к нему подойти. Вы знаете, багато людей дивлюся фото, там, де Дед Мороз, усі дівчатка плачуть, навіть на моїх фото було це видно. Ну, ви розумієте, якийсь дядько щось лізе з бородою, щось хоче. А фотографії, кстати, в основному папа делал, і от у мене із дітських воспоминань, мы с ним проявитель, закрепитель, вот это ночами сидели. А что, это за профессию?
Он вообще моряк, у него несколько морских профессий, юрист, вот теперь в аграрии переквалифицировался, да, но фотографией всегда любил заниматься, то есть все вот эти наборы, вот эти вот это сушить, вот это обрезать, да, все, все как положено. А вы, я бачу, автомобилистка была в детстве? Ну, наверное. Сейчас так сразу не вспомнишь, да? Сейчас так сразу не вспомнишь. Так, до медали вы сами, медали. Дружки мои, да, это тоже какой-то Новый год, такой же постарше. Это вы, что-то уже ближе к выпуску? Не еще, это маленькие, еще маленькие. Это еще ясли, потому что это еще Team Vot, а ближе к выпуску это уже были солидные 52-й садик, а это еще Team Vot. Так, видимо, да. Да здравствуют бараки. Ой-ой-ой. Да, это доктор на слезах. Вот так. И завжди усмехнена. Я не, наверное, вот это, не знаю, что в небе пролетало. Это Маринка, подружка моя, Берега. Мы с ней вместе росли, ее мама моя крестная. Вот так. Вот. Так, что мы из цих фотографій ще обираємо? Ой, яку? Не знаю. Що, беремо подругу? З подругою. Давай. Так, давайте подругу. Перша Пойдемо. Подруга, перші спогади. Да, я її в лужу заставляла садитися, сама так і не сіла. Така я була хитра. Яка коварна дружба. Вот так. Не, ну от ми цілились, це мама розказує. Угу. Я от как бы так, ну і так і не сіла, мене успіли спіймати. А вона таки сіла. А вона таки сіла. Так, беремо із цих. О, так, йдемо далі. Тут треба показувати вже так. Яка красуня, а там вже, да, там ближе к тому. Вже Діда Мороза ми не боїмося, ми вже позуємо. Да, да. Все для Діда Мороза. Стихи пошли і все остальное. Так, есть. Йдемо далі. Пісні, сказки, стихи. Він розлітається. О! Так, там 1 май какой-то, да? Судя по флажкам СССР, бачите, які роди. А ось все, бачимо навіть гімнастичні якісь вправи. Це, да, там ми танцювали танець з лентами. Боже, боже, скільки творчих талантів. Да, ні, ну, от, как бы, да. А чим ви ще захоплювалися, чим займалися? Тому що всі діти в дитинстві на гуртки якісь ходять. Я скажу, що я ходила в музикальну школу Римського-Корсакова, я закінчила, ходила в дворец піонерів тодашній, тепер творчество учасників на хореографічній. Ходила в трудові резерви на плавання, займалася шахматами, ходила в фотокружок. Короче, де Маша, только не было. Да, да, я с кучей торб, я вот раньше в троллейбусе, особенно если зима, вот очень тяжело было, вот это, значит, музыкальная папка такая черная, папка для нот, помню, да, вот эта вот пачка. И это плавки. То есть с утра для всего уже снарядились. Заряжено. И поехали. Очень жестко было, когда приходилось Адмиральская в трудовые резервы через мост идти, потому что транспорт плохо ходил, не успевала. И вот зимой было холодно, честно, через мост. Вот это вот я четко запомнила, когда маешь по времени, и тебе уже надо идти плыть. Вот. И вот через мостик и в трудовые резервы. Да, вот как-то так вот бегали. Так, бачимо, ще йдуть дитячі спогади. Да, ну, от как-то, наверное, самое главное, что сказка есть у всех на фотографиях. Да, а как же? А зоопарк и сказка – это… Два легендарных места, где все фотографируются. И, наверное, набережная, да? Да, да, я думаю, да. Так, идем дальше, чтобы уже перейти к резервам. О, вот, идут уже. Уже цветные. Цветные пошли фотографии. С бантиками, все как положено. И опять-таки новогодние праздники. Вот да, что значит, народ любит праздновать. Ну, а когда фотографировали раньше? Повод, да? Ну да, Новый сейчас фотографируют год. Каждый день, везде, где попадя, не попадя. Вот, а раньше вот как-то были праздники. Я запитала вас, а про що ви мріяли в дитинстві? Тому що у небо дивилися, мабуть, щось собі загадували. Про що мріяли? Когда Машенька где только не была. Ну, фото с обезьянкой. Кто обезьянка, не знаю. Отяка. Ага. Відпочинок. Да. Это в Херсоне было, это в пионерском лагере была, родители приезжали, точно. Это я вот, видите, какой разительный стих рассказывал. Это вы заляпаете Деда Мороза? Нет, это требование, дай подарок. Не знаю, я очень-очень старалась, судя по выражению. А это уже брат у меня появился. Тата уже поголенный? Да, ну он и постарше с детками. Да. Вот так, уже карапуз есть еще рядом. Да, а как вообще отнеслись к появлению брата? Потому что для некоторых детей это шок, да, вот не для него уже, особенно для нее, первенцев. Да, для первенцев. Ну, вот у нас 7 лет разница, я очень радовалась, я как сейчас вспоминаю, мы с бабушкой моей, царствие небесное, уже ездили в роддом к маме.
И я так прыгала, прыгала. Ну, такая счастливая была. И какой-то мужчина мне на остановке говорит, что ты прыгаешь? Ну, что ты? Вот он сейчас маленький, он вырастет. Вы будете драться, все это, ну, такое. На него стою и смотрю, думаю, что вы, мужчина? Вообще, да? Ну, я хочу сказать, что у нас с братом такие отношения, ну, наверное, уже я себя уже больше позиционировала. Я думаю, что, наверное, эту фотографию стоит взять тоже. Я себя, наверное, уже позиционировала, наверное, вот я и старшая сестра одновременно какие-то, ну, не знаю, ну, меня как старший сын, вот, наверное. И мы по жизни вместе, я сколько росла, он за мной все время хвостиком, вот как родился, как я с ним с коляской нянчилась. И по жизни он со мной все время вот рядом, хвостиком, и я не думаю, что у нас когда-то испортятся отношения, мы будем драться. Это уже как-то... Да, уже... Не, ну дурили, конечечно, в детстве, конечно, дурили. А что, помните что-то, может, что-то не поделили? Нет, такого не было. Даже я замуж вышла, жила вот на Гвардейской на квартире, а на Мельничной... родители, и у нас не принято не делиться. Он даже покупал шоколадку, приезжал ко мне, или я покупала шоколадку, обязательно звала его и ехала туда. У нас такого нет. Это очень круто, у такие теплые отношения, потому что реально... Нас так родители воспитали, да. Это очень важно. Так, вот, видим еще один повод, еще один Новый год. Отлично. Мне показалось, что я в этой вызвала. Так, есть, идем дальше. Это мой инструмент. Кстати, тоже такая история у нас была. Я пошла, записалась сначала в студию при школе 51-й, Диана Николаевна. И я аж пошла, я такая, вот я же хочу играть, все-все-все. Значит, папа решил мне с мамой сделать сюрприз. Я несколько месяцев проходила, они мне решили сделать сюрприз, значит, купить пианино. Угу. Я об этом абсолютно не знала. Вот они, значит, вот туда была. По объявлениям, да-да-да, это было все, это же дефицит, это искали, все они... Ну, их я пару месяцев как ходила, чтобы вы понимали, да? Значит, это пианино. Во-первых, сначала оно не входило ни с шестого этажа, вот там, где его покупали, забирали. Оно не входило в лифт, они снесли, перевезли. Мы жили на шестом этаже, оно опять же, оно вот так не входило в лифт. Они решили его типа разобрать чуть-чуть. Разобрали, оно все равно чуть-чуть не входит. В общем-то, с лифтом не получилось. Они подняли на шестой этаж, квартира чешка, я за углом не вижу, они поставили в зале. Ну, в общем-то, вот они все справились, мама накрыла обед, они сидят, только вот присели покушать, и я такая, значит, со школы залетаю и с порога кричу, все, я решила, я буду играть на скрипке. После этого все уже поднялись и вышли, а мне сказали, что теперь ты играешь на пианино. Вот такая история. Так было, да. Так, вот, а что это у нас еще? Это так, вот здесь Артем, а вот мы вот это Парк Победы. Вот это, ну вот камень же раритетный. Тоже возле которого у многих фотографий. Так, обязательно. Так. Ой, что ты там выпала? Еще какая-то. Это я опять выпала. Это Парк Победы опять же. Качели, карусели, кромушка. Веселые горки. Вообще, это, да, это вот, я вспоминаю, на День пионерии, раньше всем пионерам бесплатно, вы, наверное, не знаете такого. Не застали. Мы, значит, одевали галстуки, а когда уже в 90-е уже пошло движение, что галстуки начали не носить, начали их прятать, мы, значит, доходили до парка, у всех галстуки в карманах там где-то как-то, а потом, значит, чтобы же на карусели же накататься, мы там классом, друзьями ходили, мы, значит, эти пожеванные галстуки, не, ну до этого ж каждый день, ну, тю, да, тут пожеванные такие, фух, и мы пионеры, нам на каруселях. Вот так. Было такое. А это была, помните, ярмарочная площадь? Это рядом с НКИ. Да, да. Вот, да, и когда-то там были и качели-карусели, и очень красивые ярмарки в лучших традициях проводились. Я их помню. Было, конечно, очень красиво. Так, вот такие еще воспоминания. Вот так, теперь это смотрим. Это я с папой. Это что? Это что? Это Парк Победы. Так, вот такие еще фотографии. Да, это общага НКИ. Вот это. А там чуть-чуть дальше там мы жили. Так, идем дальше, смотрим. Вот это все Мишина, вот я. Есть. Тёмка, мама, я. Ну, зоопарк, да, традиция. Мы о нём говорили, да, как же. Да, да, да. Как же. И возле тигра, либо какого-то животного тоже, как же. А есть наяскравящие спогады из зоопарка.
Сейчас такая... Не было курьеза, да? Не залезли ни в какую клетку, никого там не мучили. Не, в клетке я не лазила, к сожалению. С детьми это чаще всего, вечно куда-то что-то. Але за бордюр перелазили, бачимо. Да, но мы с папой очень любили вот это печенье наберем, и праздники, не праздники, с папой, вот чаще всего в зоопарк или с семьей, и часто с папой вдвоем мы ходили. А слоника годували? Тому що це да, вот яблоки закидывали, что да, обязательно. Так, вот еще фотография. Это маленькая няня. Маленькая няня, да. Бутузик маленький. Это где-то с моря. А как брата называли ласково? Или вот по имени? А я сейчас Тёма называю. Да, так Тёма? Да. Так и залишився ласкаво. Да. Все, Тёмка так и будет Тёмка. Тёмка так, да, я все время говорю, мой маленький, он, правда, выше меня уже на голову, он такой здоровенький уже, но до сих пор у меня маленький и Тёмка. Все, вот так по-другому не будет. Вот. Это где-то мы на косе катером. Папа шмарял был на катере. Mm-hmm. Это елка была в доме моряков. В морепорту еще был дом культуры когда-то. ДК моряков сейчас там суд. Но когда-то был ДК, и поскольку папа в морепорту был, там была елка. Mm-hmm. Вот. Так, идем. Вот какая еще фотография. Слишком. Ага. Там нет. Это уже... Так, нет, есть, ну и здесь уже... А там какой-то разнобой, я его даже думаю, не собирала. Я думаю, с родителями стоит. Или а мы так убрали какой-то. Уже клеили, да. Уже брали. Так, что у нас тут можно из разноброда, что-то, может, какие-то воспоминания еще? Вот тут мне, кстати, 12. Вот. Я думаю, что стоит. Мы брали с маленьким, теперь уже и взрослели. Теперь уже старше. Так, это уже какие-то взрослые. Пошли серьезные взрослые это уже, взрослые. Да. Вот, возвращаемся к детским еще. У нас есть еще детские. Тут уже взрослые. Ну, если учитывать, что замуж я вышла в 15, то можно, конечно... Можно их брать, да? Да. Ну, для кого-то взрослые. Так, а это мне, кстати, тоже. Это мне здесь 13, мы шафер и дружка. С мужем моим будущим. Да. Вот так, видите, опять-таки показываю уникальные кадры. Да. Ой, это у меня вот Ярик тут. Так, это нет, это совсем нет. Это бачимо, уже... у вас дуже багато яскравих спогадів. Да. А вот по поводу все-таки студенческих. Здравствуй, Гал. Еще, да, вот галстук, о котором мы говорили, понимаете, здесь еще выглажен, здесь все хорошо, вы понимаете? Да, воротнички, галстучки, все. Здесь выглажено, как цитирую, непожеванный, да? Ну что ж, вот такие воспоминания, самое главное, ваши чтобы... найяскравіші спогади ми зберігаємо у цю скарбничку, і ви... Ми сподіваємось, будете Дитки. Переглядати і згадувати Дякую. Ось таку яскраву, можливо, не найяскравішу, але веселу подію спілкування з нами. Так, да, було дуже класно. Поэтому ще раз, звісно ж, поздравляємо з днем рождения, желаємо, щоб таких альбомів було побольше, а самое главное, щоб не тільки на фотографіях все сохранялось, а в пам'яті, і всі ці люди були рядом, радували своїм присутствием, радували тим, що праздники можна, і не тільки праздники, зустрічати вместе з ними, і кожен день проводити вместе з ними. Всього вам самого хорошого. Класно. Спасибо. И, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. А я могу так вот обратиться конечно, ко всем тезкам и не совсем тезкам, да, поздравить с Днем Веры, Надежды, Любви, Матери и их великой мученицы Софии, тебе ж мудрости, пожелать вам всех этих трех и чувств, и эмоций, здоровья, еще раз здоровья, потому что его ничего не заменит, и радости от всего, что происходит рядом с вами, и мира в нашей стране, мира вокруг вас, в ваших семьях и в ваших душах.